Ох, наконец-то мы успели, сейчас мы сядем на корабль, я со своим подписчиком, и наконец-то отправляемся в отпуск. Все готовы ехать? Да, наконец-то отпуск, наконец-то мы поплывем, наконец-то мы отдохнем, у нас будет отличное приключение на круизном лайнере. Знаете что, на круизных лайнерах там хорошо кормят 3 раза в день, там заходишь и ешь все, что хочешь, там бассейны, купаешься в теплой воде сколько хотите, там вообще на круизных лайнерах это просто супер. На Титанике, да, слово Титаник мне что-то напоминает, что-то я о Титанике слышал и что-то не очень положительное. Не могу припомнить, ну, наверное, Титаник. Что же такое, кино, что ли, смотрел или... Не помню, ладно, разберемся уже. Корабль Титаник, отлично, отправляемся на Титанике. Думаю, у нас все будет замечательно. Оба-на! Ничего себе, вот это корабль, вот это сервис, ребятки, смотрите. Супер просто, супер, вот это да, смотрите, как дорого-богато все тут выглядит. Какая лесенка красивая. Несколько этажей, обалдеть, давайте поднимемся на палубу, посмотрим, какой же у нас огромный корабль, где тут лестница выше, я ж хочу посмотреть, мы, кстати, купили в первый класс, выходим, оба-на, смотрите, какой он огромный корабль, обалдеть, в натуральную величину, красота, только не прыгайте за борт. Потому что вас здесь никто не спасет. В круизных лайнерах, если кто-то выпадает на борт, за борт, то корабль никто не останавливает. Запомните это. Корабль никто не останавливает. Слишком он огромный, чтобы спасать одного человека. Так что, ну и пусть тонет. Поэтому, ребята, ни в коем случае не прыгайте. Просто отдыхаем. Пойдемте исследовать, что у нас тут есть. Оба-на, девчонка в шлюпку запрыгнула. Как у тебя дела? Ты уже собираешься нас покинуть? Ну, пока. А мы тут вот еще побудем. Рубка капитана, ну капитана нету. Где капитан? Где капитана наша? Мы без капитаны. Го, на лифте покатаемся. Го, пошлите, где лифт? Веди нас. Все, ребята, погнали на лифте кататься. Че, мы зря на корабль приплыли, что ли, пришли? Сейчас все на лифте будем кататься. Shift работает, быстрый бег. Пойдемте исследуем каюты всякие. Где лифт-то? Куда это? Куда-то нас ведет, смотрите. А лифт где? Вот, да, тут или что? О, лифт, да! Заходим всей толпой в один лифт, набиваемся. Боже мой! Мы как сельди в бочке, нафаршировались. Есть, куда? О, куда-то нас повезло. Влад, садись в ближайший лифт, соседний. Нас тут, мы, вон, я кому-то в пузо дышу. Кто-то мне головой пяткой в ногу заехал, в лицо. Еще поехали. Чего вы выходите? Путешествие, да, они пешком нас быстрее догонят, чем мы на лифте. Че, выходим, что тут у нас? Так, интересное кино. Так, тут каюты, ну закрыты. Посмотрим, что... Так, тут иллюминатор, ну ничего не видать. Ладно, что тут еще можно найти? Пойдемте в нижние самые ярусы сходим, посмотрим, что там есть. О, котяра тут бегает, ребята, тут кот толстый пробежал. Он там, наверное, мышей объелся в подвале. Так, что у нас здесь? Каюты в разные стороны. Давайте разбежимся, посмотрим, где что находится. Одни вправо, другие влево. Каюты закрыты? Все закрыты. А где моя... О, вон моя каюта, и там Буба какой-то ходит. Буба, ты чё в моём каюту ходишь? А, это не каюта? Это что такое? Это мы где? Это мы как? Это машинное отделение! Нифига себе, здесь что такое? Открыть что-то? Не, мы не будем открывать. Печка там, там, это смотрите, здесь двигатели, короче, они сюда каменный уголь бросают. Они работают и запускают моторы огромные, а тут какой-то коридор в бесконечность, прям в подвале корабля. Ничего себе, сейчас посмотрим, что тут. Все, идемте на экскурсию по кораблю. Что тут происходит? А, тут винтовая лестница. Погнали наверх, куда она нас приведет. Это, наверное, выход. Да, это мы вышли, в общем, с того места. Здесь какие-то решетки. Никто нас не пускает. Пошлите еще выше. Здесь тоже какие-то решетки. Девочка с зонтиком, дождя не предвидится. Пока. Еще что-то, еще куда-то. Подождите, тут какой-то коридорчик, я хочу сходить посмотреть. Тупик. Так, девочка вон тоже бегает там. О, вот лесенка на выход. Мы выходим в палубы. Здесь как раз какой-то спуск есть. Ух ты! А, это 3-й класс, ребята. Здесь, короче, те, у кого мало денег на обычный, на хороший дорогой билет, они здесь вот спят на этих полках, полах, короче. А может здесь груз какой-то везут вместе с людьми, у которых мало денег. Вот, это не для супербогатых, для 3-го класса, короче. Отлично, там попутешествовали. Все, ребятки, смотрите. Ночь, смотрите, какая ночь, какая красота вообще. Пойдемте сфотаемся на
в начале корабля. Там уже ангел фотографируется. О, смотрите, какой-то белый берег впереди. Ничего себе. Давайте сфотаемся. Обалдеть. Я лед нашел, чувак пишет. Прикол пишет следующий. Смотрите, а что такое? Эй, капитан, поворачивай, мы сейчас вмажемся в льдину. Эй, капитана. Капитан. Ё-моё. Эй, капитан. А его нету. Где капитан? Корабль идет неуправляемый в льдину. Мне это что-то напоминает. Блин, я вспомнил, Титаник же врезался в лед и утонул. Ребята, мы не на тот корабль сели. Мы не на тот корабль сели. Сейчас будем тонуть. О, нет-нет-нет, что происходит? А-а-а! Ребята, мы перепутали. Отпуск. Прощайте все, вы были мне хорошими друзьями. Ой, кажется, отворачиваем, отворачиваем. Что? Мы спаслись. Да ну, мы спаслись, ура! Нам повезло, корабль отвернул. Ой, ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Ё-моё, мы, кажется, задели льдину, но плывем. Ё-моё, ребятки, привет, привет. Так, а ты что здесь делаешь? Походу, она чувствует беду. На лодку. Да какая лодка? Да нормально все же. Так, кто со мной? Пойдемте посмотрим вниз корабля. Все нормально, там нет? Давайте, мне кажется, все будет окей. Мы выживем. Корабль слегка льдинку задел, и ничего не происходит. Мне кажется, все в порядке. Идемте вниз. Здесь вот, смотрите, здесь вот все окей, все нормально. Вон еще есть ниже спуск. Спускаемся вниз, посмотрим. Здесь тоже все нормально. Ребят, нормально. Все хорошо. Ничего плохого не произошло. Все нормально. Как мы в машинное отделение попадали? Вот тут, кажется, спуски. Стоп. Или там... Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит? Так, продолжаем обследовать. Что здесь? Так, каюта. Там заглянем туда. Кажется, там вода. Синяя. Странно. Странно. Кажется, там вода. Но я в это не верю. Я в это не верю. Вот здесь, зайдем сюда. О, смотрите, реально! Машинное отделение затопило водой. Машинное отделение уже под водой. Все-таки дырка в Титанике. Ё-моё, да, вода реально. Максон. Вода в Титанике. Так, и смотрите, она поднимается все выше и выше. Так, давайте, может, попробуем вычерпать. Максон, есть ведро? Камру, ведро есть? Ведро или что-нибудь есть? У меня морская болезнь началась. Его тошнит. Тошни воду. Она вот здесь прям рядом. Ё-моё, мне ноги намочило. Она ледяная, ребята. Там она ледяная. Ё-моё, не, она все выше и выше. Так, давайте спасать всех. Бежим и всем говорим, чтобы спасались. Привет, спасайся, спасайся. Спасайтесь, все спасайтесь. Выходите из каюты. Там вода поднимается. Все выше и выше. Всем спасаться, всем спасаться. Здесь, здесь. Вот вода, смотрите, уже здесь поднялась. Она пенится. Ой-ой-ой-ой-ой, так потрогаю. Холодная, о, холодная, боже мой. Да, всех на лодку. Эй, слева по коридору, справа по коридору, все на лодке, спасаться, оденьте спасательные жилеты. И штаны, потому что вода холодная. Так, здесь дверь закрыта, заперта. Так, у нас проход наверх есть, если мы, значит, спасемся. Так, здесь в коридоре мы еще не орали. Эй, спасайтесь, все спасайтесь. Всем спасайтесь, спасайтесь. Лифты, в лифтах вода уже внизу. В лифтах вода, боже мой. В лифты не лезть, лифты не работают. Чё, как здесь дела? Ё-моё, вода уже здесь! Смотрите, вот она! Это, ребят, ой, свет выключили. Слэри, есть удочка, я хочу рыбу поймать. Может, у нас прям тут Титаники и рыба есть? Так, все, ребятки, смотрите, вода поднимается все выше. Ой-ой-ой-ой, она затопляет коридоры туда и сюда! Ё-моё, все, она топит коридоры! Что делать, я не знаю, мы ее вряд ли вычерпаем, мы дырку вряд ли заделаем. Так, вода выше становится. Так, приподнимаемся по лестнице, а то мы утонем. Смотрим, как все. Эй-эй-эй! Чувачок, камру, камру, давай поднимайся, ты же замерзнешь, ноги замерзнут. Ты не можешь покинуть корабль, в смысле не можешь? Ребята, давайте уговорим его. Эй, камру, поднимайся. Второй чувак, тоже поднимайся, вы что? Да поднимайтесь же, замерзнете. Попы замерзнут. У камру уже, это, он уже по пояс в воде ледяной. Максон, выходи. Вместе и навсегда, они вместе тут собираются ждать. Чего вы ждете? Иди без меня, я не могу покинуть. Мы вместе. Ты же станешь ледышкой. Ты станешь льдом. Эй, это, видимо, два другана, они хотят. Да слушайте, я хочу вас... Боже мой, их затапливает, смотрите. Ему уже до шеи доходит. До шеи доходит вода, боже мой. Прощать. Кидай ему круг, правильно, да? Надень ему круг на голову. Все, этот передумал тонуть, молодец. Нижняя веревка какая-то. Мне веревку не надо. Смотрим.
Ребята, корабль накренился! Передняя часть накренилась вперед, пойдемте посмотрим, она прям до воды доходит. Ё-моё, ангел в лодке, не считая собаки, никого больше в лодке нету, только ангел. Привет, нубик, ты чё тут, как там у тебя дела? Все нормально? Хорошо, я пойду посмотрю, что впереди происходит. Так, вот вода докуда добралась. Ну-ка, вот, смотрите, вот в трюме вода уже вот здесь. Что там, можно еще ходить? Еще можно, ребятки, ходить, у меня голова торчит под водой. Боже мой. Так, здесь лестница тоже. Куда-то наверх! Максом, отойди, ты проход мне закрыл, я же утону! Все, выплываем, выплываем, все, фух. Еле выплыл. Так, посмотрим, что впереди. Впереди нос, насколько он уже в воде. Очень-очень сильно погрузился в воду. Смотрите, да тут уже не страшно даже было бы прыгать в воду и выпрыгивать обратно. Так, знаете что, я что-то припоминаю про Титаник. Я что-то припоминаю. Вроде Титаник начал погружаться передней частью, когда ее затопило. Верхняя, задняя часть корабля приподнялась. Ой, у нас один тонет! Помогите, киньте ему спасательный круг! Киньте его! Кидай, 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 вон он! Фух, запрыгнул. Вроде, да? Надо было ехать в Сочи, точно, а не на Титанике кататься. Смотрите, в общем, вроде погружалась передняя часть, задняя приподнялась, и корабль сломался. И потом перед утонул весь сразу и быстро. У меня есть подозрение, что мы с вами спереди находимся. Это не очень. Даешь панику, бежим, надо спасаться. Ой, у меня какая-то антигравитация включилась, я могу прыгать. Бежим, надо спасти, сейчас перед отломится. И корабль упадет, сломается. Так, все, бежим, скорей, скорей, в заднюю часть корабля, чтобы спастись. О, я могу перепрыгивать с палубы на палубу, я паркур освоил, не знаю, откуда у меня. Это, наверное, я отмерз, ноги отмерзли и стали очень хорошо прыгать. Вот, смотрите, как я могу прыгать наверх, пэм, паркурить вообще по полной программе. Не знаю, откуда у меня такие качества, но это круто, короче. О, можно, наверное, на трубу залезть. Да ладно, я сейчас залезу прямо на трубу. А девочка с зонтиком вообще летает. Ой, на трубу не надо! Жгет! На трубу не надо! Мне ноги обжарило просто. Ладно, бежим. Смотрите, как корабль уже накренился. Перед уже вон, там вода пыхтит. Вон там прям струи. Нет, я хочу посмотреть. Спасаться, конечно, мы будем, но попозже. Хочу посмотреть, как вода затопляет Титаник. Смотрите, вот перед погрузился уже под воду. Да, перед погрузился под воду. Лодка с ангелом спускается на воду. Отлично. Эй, ты куда? Макс! Все, вернулся обратно. Так, корабль начинает приподнимать. Вот теперь паникуем, ребята. Идемте на самый верх. Вы были хорошими друзьями. Прощайте. Да, спасибо всем. Спасибо всем, кто был с нами. Ты куда? Боже мой, она упала, подбери ее! Она упала, она сейчас в воде утонет, подбери ее! Еще один! Да, кругами закидывайте, закидывайте! Слэри, сама не упади! Куда ты? Она упала тоже, боже мой, у нее жизнь не заканчивается, она сейчас перемерзнет! Нет, нас осталось всего трое на корабле! Камру, Нубик и я! И все, и больше никого нету! Они там в воде пытаются в ледяной выжить, но они не выживут, они замерзнут до прихода спасателей! Ты зачем льдину кидаешь по людям? А если он еще жив, ему по голове прилетет. У тебя рука отвалилась? Какой кошмар. Самолет! Ничего себе! Иди сюда! Так, давай, давай, запрыгивай на самолет! Не могу, так, на крылья пытаюсь сесть. Где тут сидушка? Нет, не скидывай меня, она мне хочет скинуть, по-моему. Самолет исчез. Самолет, помоги нам. Он сломался. Ее параплан сломался. Я вернулась. Ты что, терминатор, что ли? Я еще вернусь. Меня укачивает. Смотрите, его тошнит. Он по кораблю свалился. Эй, меня походу тоже. Что такое? Я хочу встать. Все, так, на лесенку. Вот сюда надо запрыгнуть. Вот здесь стоим. Здесь бордюрчик, если что, будет держать. Ребятки, залазим сюда. Здесь будет держать бордюрчик. Все сюда зовет. Все к ней. Зачем? Почему? Что там происходит? А, встать на бортик. Ребятки, встаем на бортик, но не толкаемся. Потому что очень легко сорваться и погибнуть. Один уже сорвался! Нет, лодка там, лови! Мы тут падаем иногда. Стараемся держаться. Корабль, смотрите, ребята, как он вертикально уже поднимается. Я чуть не упал. Я выжил в последнюю секунду. Вот, 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 смотрите, ребят, как корабль уже поднялся. Так, 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 держусь, я держусь, я держусь. Нубику страшно, мне тоже страшно, нам всем страшно. Камила, залазь.
куда ты там сползаешь? Вон одного человека. Камру, хватит тошнить, иди к нам. Что делать? Держаться вот за эти бортики. Изо всех сил, ну не ходить по головам друг другу. Все, вот так вот стоим. Сейчас он встанет вертикально, и мы прям до последнего будем держаться. Смотрите, как корабль резко начал менять угол наклона. Он резко набирает воду. Ой, я перелез. Вот так вот. Он очень сильно набирает воду. Сейчас он наберет воду, и мы утонем. Так, внизу лодка есть? Круги, по крайней мере, есть. Один человек куда-то побежал, одного тошнит. Камила возвращается. Электричество. Титаник отрубило, полностью света нету. Все, нету света. О нет, последние секунды жизни, ребята, прощайте. Прощайте, ребята. С вами было очень весело. Жаль, что вы пошли со мной на этот круиз. Потому что мы не выживаем здесь. Да что ж такое, я пытаюсь забраться наверх. Что происходит? А, он падает, бамс. Корабль сломался на две половины. Та половина падает сейчас. Все, пока держимся на воде. Слушайте, может эта половина не утонет, а? Может, все будет в порядке, а? Пойдемте посмотрим. Все, тут лодки есть, все в порядке, смотрите. Наш Титаник вполне себе даже пополам плавает. Только странно, у него почему-то вода поднимается все выше и выше. Мы что, опять начали тонуть, что ли? Мы опять тонем. Ребят, мы снова тонем. О, Макс спасся. Нет. Я, конечно, хочу спастись. Но, ой, вода начала резко подниматься. Резко, бежим! Бежим! Включаем зонтики, парашюты, самолеты! Бежим! Последние секунды жизни корабля. Мы еще успеем вон до самой вершины дойти. Да, прыжками, так быстрее. Что, корабль опять тонет? Да что же это такое? Чего же он все время-то тонет? Так, до верха, кажется, не доберусь. Но я вот тут буду стоять. Вот тут нормально. Все, ребятки, смотрите, как я нахожусь. О, какая высота! Я на высоте 20-этажного дома, обалдеть просто! Странно, море исчезло, мы в космосе. Лодка вон плавает в космосе. Где вода? Прикольно, смотрите, как это все выглядит красиво. Это такая красота катастрофы. Макс, держись там поближе, чтобы мы успели спастись. Ой, тут какой-то пар пошел. Сейчас двигатели, что ли, взорвутся. Ой, меня сдуло! Где лодка? Где? Иду, хочу выплыть. Есть, ребята, фух, спасибо, что подобрали меня. Смотрите, корабль все уходит на дно, прощайте, Таник. И наша лодка, что ли, на дно уходит? Нас засосало водоворот. Мы все умрем. Нет, мы не спаслись. Ребят, вот такое было приключение на Титанике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и посмотрите еще какой-нибудь наш видос. Всем пока.